Друзья, вот у Сан Саныча на Лысом озере на продажу плотва вяленая. Контакты оставлю в ссылке под описанием этого видео. Можете попробовать. И вот такой вот, ребят, копченый окунь. Тоже на продаже есть. Вот его, смотри, подняли. А, все, он траву завел. Нет, идет. Стан борется. Вау, давай, 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 покажи. О, вот это лопата, почти килограмм. Покажи. Вау, вот это монстр. Вот. Ох ты, бля. Ёлки-палки. Ну вот мы наконец-то на рыбалочке. Открываем официально сезон по жидкой воде 2023. Сегодня у нас завершение мая. Вот. Приехал с другом. Привет всем. Наша сегодня задача половить рыбку. Ну и, конечно, вам показать весь процесс. Прощайте! Пойдем. С чего бы начать? Начну, пожалуй, с такой приманочки. Так. Будем первый забросик делать. Никогда такой приманкой не рыбачил. Ну, попробуем. Первый пока тихо. Но это был пробный. Ребята, у меня первая поклевка. Я не знаю, что это, но тянет хорошо. Ух ты! Первая поклевка. И хорошая что-то. Щучка. Щучка на цикаду. Да? Ух ты, ушла. Подсак вытащи. Угу. Сейчас мы еще опять раз ее попробуем. Держи. Оп. Цикадка рабочая. Блин, щучка была первая. Ну ладно. Ну такая, подкилушник, да? Да, под камеру. Да. Подкилушник. Ну, сейчас. Сейчас ты на камеру бежишь? Ну да. На камеру говорю. Ничего себе, она как среагировала. Значит, все-таки работает цикада. Щука хорошая. Щука, ребята.
Хорошая щучка. Ух ты, что-то хорошее, ребята. Ух ты. Щука, щука. Двушка где-то. Тихо, 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 тихо. А? Там 500. Опа. Есть. Вот она. Вот она. Да. Сразу клюет. Сразу клюет. Пойдет. Такая вот плотва. Фигачит. Это маленькая еще. Ну пойдет уж. Что это такое? Ух ты, блядь. Ё-моё. Что это было? Офигеть. За ней я и пришел. Плотвень так плотвень. Большая, большая. Ёлки-палки. Класс. Вот это да. Вот это плотва. Чуть-чуть подкормил. Дело пошло. О, клюет, клюет, клюет. Давай, 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 давай. Жду поклевку. Так, слегка подклевывает. Ну, клюет. Ой, вот это да, вот это лопаты, ё-моё, вот это плотва, ребята, вот это да, офигеть. Смотри.
капец на кукурузу. Плотва топит под полкилограмма, я в шоке. Тут глубина. Вот он, тут глубина 3 метра, а я ушел. Мелкий, тут покрупнее есть. Глубина, короче, ребят, 3 метра где-то. Капец, блин. Шикарно, прям вообще. Вот лопаты здесь стоят, ё-моё. Практически сразу клюет. Во, сразу. Сразу поклевка. Отрыжку мощную сделал. Хочет это большую крупную рыбку взять. Рано, рано. Думаю. Ну-ка. Вот. Покеш. Это вот сегодня у тебя, наверное, самый крупный. Да. Ну-ка, засветай его. Жестика, яс. Блин, щука. Гналась за этим. А, схватила она? Получается, схватила плотву. Вон, смотри, за бошку порезана. И все, короче. Вообще прикол. Ну, что ты не можешь поднять? Такая вот у нас рыбалка, ребята. Что у нас вот с Романом такой улов сегодняшний. Вот он. Ну-ка его давай сюда. Во! Надолбасили мы неплохо. Вот нашел такое место. Шикарное. Время час. Здесь попробовать кидать. Поставил цикаду. Первый раз на нее ловлю. Но нравится. Окушок гонится. Щука утром на него простреливала. Вот эту приманку. Цикада. Место неплохое. Авось. Дамбанет что-нибудь. Капец, тут плески идут. Сейчас цикады попробуем. Малеха. А потом силикон. Капец, вершинка работает от цикады. О, есть. Кажись, что-то споймал. Да? Что-то споймал. Ух ты, ух ты. Окунь хороший. Ну вот, что и требовалось доказать. Такой вот окунинца. Красивый. Окунь. Как будто как... Не знаю, озерный что ли. Лупит цикаду, лупит. Он маленький, в принципе, но
уже интересно. Вот сами видели, что в обед на эту приманку получается ловить. Еще раз попробуем вот здесь сюда. У нее игра очень интересная. Ух ты, что-то взяло. Щука, что ли? Ух ты, это окунь хороший, ребята, окунь хороший. Вот он, нашел я его. Вот он, первый окунь. Добротный. Видите? Сейчас постараюсь его аккуратно вытащить. Вот, видите? Вот он. Красавчик. Хороший окунь. И вот она приманка. Ну, сейчас. Вот, ребята, вот такая вот приманка. Скада. Вот то, что она вот перепутывается. Карабин надо поменьше поставить. Вот задний крючок. Блин. Путается. Меньше карабин надо. Давайте еще раз попробуем. Туда же. Он один не может быть. Знаете, еще есть. Косит эта приманка. Косит убойная. Цикада. Первый раз ловлю на нее. Забрел я в джунгли. Такой рукавчик классный. Авось. Должен здесь быть крупный окунь. Здесь прям такая растительность. Может он быть один. Ветром утаскивает. Сейчас попробуем с кушары заехать. Травы много. Блин, она конкретно вот эта вот приманка играет, видите? Но травы много. Короче, вот такой улов, ну что сказать, порадовал.
порадовал плотва. Ништяк, да? Да, плотва хорошо порадовала на кукурузу. Просто мы заплыли попозже на поплавок, а с раннего утра рыбачили, хищника искали. Ну и хищника немного тоже половили. Давай покажем. Давай на траву глянуть. Да вот, пойдет. Вот. Тут щучка есть одна, а остальное вот. Высыпай все, наверное. Да, как бы давайте покажем, что мы видим. Да и как раз по пакетам у нас. Да. Вот. Покажи поближе. Вот. Смотрите, на примеру. Давай посчитаем сколько. Не, да что считать-то? Смотрите, вот руки. Вот. Такие лопаты. Это вот такая плотва. Впечатляет? Впечатляет. Где-то по полкило, наверное. Охотился на окуня. Споймал два штуки. А где третий? А, там еще есть, да. Тоже вот такой окушок порадовал. Ну, это не размер, конечно. Здесь поболее есть. Ну, все равно. Такой. Сколько? Вот. 350? 300? Нет. 250-280. И вот еще один. Получается, вот 4 окуня. Ну, для начала открытия сезона, я думаю, что это нормально. Такую плотву ловить — это одно удовольствие. А поплавок рыбачили мы у Сан Саныча, Лысое озеро, за приличным, Акмолинская область. Цена путевки 3000 тенге сутки. Если бы мы с раннего утра бы, ребята, отловились бы от души бы на поплавок, а так мы поздно на поплавок. Поскольку часов в 9 мы где-то сели. Да. 8 или в 9? 8. Да, если бы с раннего... А, 8 я еще на берегу был. Ну, если бы с раннего утра был бы результат, конечно, сумасшедший. Ну все, ребята, сезон открыли. Всем спасибо, то, что посмотрели. Ну и увидимся уже на более интересных рыбалках, потому что это начало только лета. Дальше больше. Всем здоровья. Всем пока. Косанай, Рудный, Асиф, давайте приезжайте на рыбалку. Мы рыбачим, отдыхаем. Вот озеро. Рыба клюет. Супер, давайте. Не забывайте, приезжайте к нам в гости. Спасибо Витальке за рыбалку. Давайте. Удачи вам.